Показательный номер «Охотники за привидениями» воспитанников Щелковской спортшколы Олимпийского резерва и детско-юношеской спортшколы открыл первые межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Осенние улыбки». Масштабный турнир проводился спортшколой Олимпийского резерва Щелково по программе Минспорта России «Спорт для всех и каждого достаточно» в поддержку массового спорта. Очень отрадно видеть, что наши дети, начиная от самого юного возраста и продолжая, даже вот как сегодня видели на выступлениях родители, занимаются таким красивым видом спорта, как художественная гимнастика. Торжество грации, пластики и красоты в Щелковском физкультурно-оздоровительном комплексе продемонстрировали 250 спортсменок и 12 команд из Щелково, Чехова, Вологды, а также наши соседи из Балашихи, Королева, Пушкина, Фрязино, Звездного городка. От самых юных, которым исполнилось 5, до продвинутых. Щелковская команда «Дианта» тренера спортшколы Олимпийского резерва Екатерины Байбородиной выполнила программу кандидата в мастера спорта. Кира Коптева – серебряный призер чемпионата Московской области этого года. «Осенние улыбки» только подтвердили высокий уровень подготовки гимнастки. Первое место и специальный приз от судей. Хочу стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике и стать тренером. Я готова, долго тренировалась, отрабатывала упражнения. Сегодня я настроена, чуть-чуть есть волнение, но я выступлю достойно. Мама будущей чемпионки Валерия Коптева с недавних пор посещает занятия по оздоровительной гимнастике у того же тренера Екатерины Байбородиной. Появление на ковре участниц 30+ стало возможным благодаря программе «Спорт для всех и каждого достаточно». Для нас это тоже праздник. Мы сегодня выступали, волновались. Вот. Коллектив наш называется «Венера». Планета красоты, женственности, любви. Сегодня было в рамках показательного выступления. Хотим перейти на соревновательный уровень. Это очень ответственно, потому что мы хотим продвигать эту программу, чтобы она реализовалась, чтобы многие родители принимали участие в жизни своих гимнасток и поняли, каково это выступать на ковре и как это ощущать, эти эмоции, так же, как вот и маленькие девочки на ковре выступают. Участникам команды «Кнопочки» всего 7-8 лет, но у них второй юношеский разряд. И победа на всероссийских и областных соревнованиях, первое место на «Осенних улыбках» – закономерный результат. Ощущается и количество детей, которые к нам приходят, которые хотят заниматься этим видом спорта, которые хотят развиваться. И, в принципе, результаты, да, которые показывают наши дети на всероссийских соревнованиях и так далее, он показывает, что городской округ Щелково, в принципе, один из лучших Московской области по художественной гимнастике. Щелково на «Осенних улыбках» собрал больше всего золота как в личной программе, так и в групповых упражнениях. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.